Этот дворец в украинском селе Качановка в конце 18 века строился как резиденция президента малороссийской коллегии. Важнейшей задачей коллегии было искоренение развратного мнения, по коему малороссы представляли себя народом от российского совсем отличным. К тому времени Российская империя уже поглотила и переварила гетманскую Украину. Вольные хлебопашцы стали крепостными, а бравые казацкие атаманы – помещиками. Венцом изменений становится жалованная грамота Екатерины II, которая была призвана органично ввести бывшую казачью верхушку в благородное сословие российского дворянства. Но, как это часто бывает, нововведение дало совершенно противоположный результат. Чтобы доказать свое шляхетское происхождение, потомки полковников и сотников войска Запорожского бросились к семейным архивам. Со времен Хмельниччины сменилось уже 5 поколений, но неожиданно произошло то, что можно охарактеризовать, перефразируя знаменитое изречение Ницше. Они долго всматривались в прошлое, и тогда прошлое взглянуло на них. Десятки людей, независимо друг от друга, начали восстанавливать историю своей страны. Пьянящее ощущение славы предков и ностальгия по былому величию постепенно рождали гремучую смесь, которая рано или поздно должна была взорваться. Неизвестно кто, неизвестно где, и доподлинно неизвестно когда вывел на чистом листе бумаги название будущей истории Украины – «История русов». Рукопись мгновенно разошлась по Малороссии. Она переписывалась и хранилась в приватных библиотеках чуть ли не каждого образованного дворянина, создавая себе мистический ореол из восторженных отзывов и откровенного порицания. Традиционная история считает ее подделкой. История русов действительно переполнена вымышленными документами, нереальными событиями, а слова ее персонажей времен гетманщины насквозь пропитаны идеями, которые появятся только в книгах европейских просветителей конца 18 века. Народ Украины есть и должен быть ни от кого, кроме самого себя и правительства своего, независим. И никто ему в том мешать не смеет. Ни тайно, ни явно, ни тем более насильственно. Звичайно, ніхто з реальних персоналів української історії не висловлював та й не міг висловлювати такі ідеї. У цьому сенсі історію русів дійсно можна вважати фальсифікацією. Але це не було результатом невігластва. На мій погляд, невідомий автор робив це свідомо, бо писав не історію, а програму національного відродження. Читач мав відкрити для себе Україну, не стільки ту, якою вона була, стільки ту, європейською, якою вона мала би бути. Історія русів дійсно стала апокріфічною біблією українського національного возрождення. Без неї не було б ні великого українця Тараса Шевченка, ні великого українського росіянина Ніколая Гоголя. А без них не было бы и самой украинской нации. Созданная во время, когда имперская власть даже слышать не хотела об отдельной истории украинского народа, чей язык считался мужицким диалектом русского, она стала детонатором настоящего духовного взрыва. В библиотеках малороссийских дворян появляется первое литературное произведение на несуществующем языке, а в салонах под аккомпанемент французских клавесинов все чаще звучат старинные песни несуществующего народа. И на Украине появилось движение людей, осознававших себя малоруссами. Местная шляхта оставляет родословные и выясняет, а мы вообще местные, мы тутейшие, так сказать, мы на Беларуси. Мы малоруссы, мы ничего не имеем против старшего брата, мы готовы подчиняться Петербургу, но мы же малоруссы. Они обращают внимание на крестьянский быт, собирают христианский фольклор. И выясняется, фольклор малоруссов другой, чем в Великороссии. Другие герои, другие сюжеты, другие интересы людей. Выясняют, что украинцы их-то другие. Это пока не носит характера чего-то политического осознания. Здесь нет политики. Есть самоизучение и самоопределение в поле истории и культуры. Да, мы такие, все. Просто французская революция, породившая идею национализма, плеснула кипятком во всю Европу.
И все же эти брызги бурлящей революционной Европы не могли не стать живительной влагой и для зерен политического самосознания. Весной 1791 года к одному из пунктов пограничной стражи Российской империи подъехала карета. Офицер, отметивший подорожную на имя предводителя дворянства Киевской губернии Василия Капниста, не знал да и не мог знать, что стал невольным соучастником первой попытки реализации политического проекта «Украина» в наступающем XIX веке. Веке, который историки впоследствии назовут «столетием рождения наций». «Считаю своим долгом доложить вашему величеству, что к нам тайно прибыл дворянин, который утверждает, что его послали обитатели Малороссии, доведенные до крайнего отчаяния русской тиранией, и что он хотел бы знать, могут ли они надеяться на протекцию вашего величества, и в таком случае попробуют сбросить русское иго». Король Пруссии Фридрих Вильгельм II, которому была адресована секретная докладная, ввязываться в опасную авантюру не рискнул. Но спустя 20 лет идеи Капниста неожиданно находят отклик в наполеоновской Франции. Накануне войны с Россией на Украину засылают десятки тайных агентов. По их сведениям, казаки, населяющие юг империи, были хорошо вооружены и враждебно настроены к царскому правительству. Результатом этой агентурной деятельности стал мемориал Министерства иностранных дел императору Наполеону о создании украинского вассального государства Наполеонида. В состав Наполеониды войдут Полтавское и Черниговское герцогства и вся Таврия. Получив конституцию, отвечающую традициям ее народа, и перспективу политической независимости, она создаст цивилизованную нацию. Наполеон проект не одобрил, да и главные военные действия обошли Украину стороной. Несколько позже решение императора объяснил граф Жозеф де Местр. «Европейские свободы повлияют на этот народ, как вино на человека, не привыкшего к выпивке. Когда какой-нибудь Пугачев с университетским образованием возглавит революцию по европейскому образцу, у меня нет слов, чтобы выразить тот ужас, который за этим последует». Европа не прийняла Україну. Традиційно це пояснюють тим, що простий народ зустрів французів як загарбників, хоча так звана вітчизняна війна 12-го року – це лише історичний міф. В Україні, як зрештою і в Росії, селяни дійсно чинили спротив французам, які відбирали в них збіжжя і продукти, але з таким самим запалом вони палили садиби і власних поміщиків. Просто французи передбачали те, чого так і не зрозуміють дворянські революціонери. Ані в Малоросії, ані загалом в Російській імперії. Весной 1819 года в резиденцию губернатора Черниговской губернии прибыл фельдъегерь с предписанием военного министра империи взять под негласный надзор особ злоумышленных обществ из воинских и гражданских чиновников. Речь шла о тайных революционных кружках, в большинстве своем состоявших из офицеров, вернувшихся из заграничного похода против наполеоновской Франции. Победители возвратились на родину тайными приверженцами идей Великой Французской революции и своей целью провозгласили борьбу с вековой азиатчиной, царившей в Российской империи. В истории старой Ордынской Руси не на что было опереться, и потому как украинские, так и русские революционеры обратились к истории казачества. Их вдохновляли романтические поэмы Кондратия Рылеева «Хмельницкий», «Полей», «Наливайка». Они были молоды и наивны, призывая к нравственному совершенству и объединению вненациональных различий. Донесения департамента полиции саркастически отмечали, что создание тайного общества, целью которого была бы независимость Малороссии, осталось при попытках и не осуществилось. На совместном съезде членов тайных обществ шли дебаты о будущем преобразовании империи. Особенно жаркие споры вызвало мнение, высказанное еще несколько лет назад Иваном Капнистом. По иронии судьбы, сыном того самого Василия Капниста, который предлагал королю Пруссии проект независимой Украины.
Я убежден, что намерения ваши, вдохновленные великими идеями Запада, принесут только вред. Разъединяя Малороссию и Россию, вы бросите их в добычу внешним врагам. В итоге большинство собрания высказывается за программу «Русская правда» полковника Павла Пестеля. Постановляется коренным законом российского государства, что всякая мысль о федерационном для него устройстве отвергается совершенно, яко величайшее зло. Сохраняя черты своей этнической принадлежности, молодые украинские дворяне уже чувствовали себя неотъемлемой частью единой европейской цивилизации, но еще не ощущали себя частью собственного народа. Зимой 1826 года в Российской империи впервые со времен Наполеона гремели пушки. Гвардейские петербургские полки на севере и Черниговский полк на юге подняли мятеж, который войдет в историю как «восстание декабристов». Молодые офицеры шли за просвещенную европейскую конституционную монархию, а рядовых вывели под лозунгом «Да здравствует Конституция, жена императора». Потому что объяснять смысл сложной политической терминологии безграмотным солдатам было не только сложно, но и бессмысленно. Забитый, прозябающий в рабстве и нищете народ был совершенно равнодушен к абстрактным барским понятиям европейских ценностей свободы и равенства. Граница Европы, что-то такое. Она проходит и по территории, но в некоторые периоды эта граница, вертикальная граница, проходит по границе сословий. Когда в России существуют или слуги государства, или образованные люди, закончившие хотя бы гимназию, и они европейцы, а остальные туземцы, возникает колоссальное социальное напряжение. Даже культурное и социальное напряжение. Потому что европейцы и туземцы плохо понимают друг друга. Чтобы быть европейцем, нужно хоть какие-то наследства. А чтобы иметь образование, нужно, если не деньги на формальные корочки, то, по крайней мере, деньги на книги. То есть нужен определенный материальный достаток. И нужно это очень четко понимать. Без него никакой Европы нет, нет никакой цивилизации. Наследие ордынского прошлого Российской империи, огромная пропасть между сословиями, стало проклятием и южных окраин. Малороссийский этнографический взрыв первой трети XIX века остался только фольклорной революцией и создал парадоксальную ситуацию. Возникла и сформировалась украинская национальная элита, а вот самой нации не было. Ее еще только предстояло создать. Впрочем, как и саму Украину. В середине XIX века под скипетром российских императоров была собрана практически та же территория, которой 700 лет назад владела Ордынская империя Чингисхана, вся Северная Азия и почти половина Европы. Тогда же два француза, литератор Астор де Кюстин и художник Гюстав Доре, независимо друг от друга, создали цельный портрет этой первой в новейшей мировой истории сверхдержавы. Но в этой стране признать тиранию уже было бы прогрессом. Задаюсь вопросом, характер ли народа создал самодержавие, или же самодержавие создало русский характер? Не могу отыскать ответа. По-моему, прежде чем принимать изъявление всенародной любви, следовало бы создать сам народ. Притворное смирение кажется мне величайшей гнусностью, до какой может опуститься нация рабов. Бунт, отчаяние были бы, конечно, более страшны, но менее подлы. Слабость, которая пала так низко, что не позволяет себе даже жалобного стона, — это утешение невольников. Страх, изгоняемый страхом еще более сильным, — все это нравственные феномены, которые невозможно наблюдать. Россия — нация немых.
Какой-то чародей превратил 60 миллионов человек в механических кукол, и теперь для того, чтобы воскреснуть и снова начать жить, они ожидают мгновения волшебной палочки другого чародея. Император боится гласности так же сильно, как Россия боится императора. Когда же я повторяю, что во Франции все предается гласности, они хитро смеются в ответ, вежливо умолкают и не верят ни одному моему слову. Чтобы жить в России, скрывать свои мысли недостаточно. Нужно уметь притворяться. Первое полезно, второе необходимо. Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности, не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования. В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному Отечеству, освященной верой в Отечество Небесное. Богатые здесь не сограждане бедных. Полиция столь проворная, когда нужно мучить людей, отнюдь не спешит, когда обращается к ней за помощью. Обилие ничтожных, совершенно излишних мер делает необходимым наличие бесконечного множества всякого рода чиновников. Армия чиновников – это сущая язва России. Эти господа образуют нечто вроде дворянства. Для чего служит установление в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что ее никто не трогает? Нерасположение к суду кажется мне верным признаком несправедливости судей. История составляет в России часть казенного имущества. Это моральная собственность венценосца, подобно тому, как земля и люди там – его материальная собственность. Ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают только то, что сочтут нужным. Чем больше я узнаю Россию, тем больше понимаю, чего император запрещает русским путешествовать и затрудняет иностранцам доступ в Россию. Российские порядки не выдержали бы и 20 лет свободных отношений между Россией и Западной Европой. Астольф де Кюстин и Гюстав де Ре не знали, да и не могли знать, что отображенное ими удивительное сочетание внешнего европейского лоска и типичного азиатского нутра просуществует вплоть до революции 1917 года, мало в чем изменится при самодержцах советских и во многом сумеет сохраниться до новейших времен. Дворец в предместье Варшавы был резиденцией российских императоров. С его захвата в ноябре 1830 года началось знаменитое польское восстание. Первая попытка возродить былое величие Польши в наступившем 19 веке. К тому времени в результате бесконечных войн Речь Посполитая окончательно потеряла независимость, а ее территория была разделена. Большую часть захватила Российская империя и преобразовала вассальное царство. В расчете на то, что царство польское станет связующим звеном с Западной Европой, ему было даровано широкую автономию, сейм и даже конституцию. И все же поляки подняли восстание. Они понимали, что, превратившись в буферную зону между двух цивилизаций, Польша вслед за государственностью потеряет и национальную идентичность. Восстание охватило и часть правобережной Украины, которая при разделе Речи Посполитой тоже досталась Российской империи. Именно тогда родился знаменитый лозунг «За нашу и вашу свободу». Но тогда же генерал-фельдмаршал Остен Сакен оглашал на дворянских собраниях малороссийских городов императорский указ. «Всемилостивый государь позаботился о малороссийских казаках, как добрый отец о послушных детях, и распорядился сформировать из них 8 полков кавалерии. Великий государь-император верит, что воинственные малороссийские казаки продемонстрируют свою верность престолу и отчизне». Демонстрировать свою верность казаки должны были в Польше, куда вошел 100-тысячный карательный корпус империи. Поляки сопротивлялись мужественно. В тылу всем миром собирали деньги на вооружение ополчения, иногда отдавая последнее, а на театре военных действий одержали даже несколько локальных побед. Но силы были неравны. Война закончилась победоносной реляцией в Санкт-Петербург,
Варшава у ног вашего величества. Что касается Украины, то настроение большинства малороссийских дворян точно отразил писатель Гребинка устами героя одной из своих повестей. «Никогда Малороссия не была для меня так хороша. Попрошусь служить, чтобы исполнить желание своего государя. Теперь война. Сколько случаев быть полезным Отечеству. Сколько случаев сделать добро». Однією із найбільш важливих особливостей польського повстання за незалежність був його дуже широкий соціальний спектр. До боротьби долучився практично увесь народ. Від аристократів і буржуа до ремісників, дрібних торговців і навіть частини селянства. Що на той час, в принципі, було неможливим в соціально розколотій Україні, де народ ще не самоусвідомив себе націю. В начале 19 века Полтава была административным центром малороссийского генерал-губернаторства. Сюда в конце 1833 года доставили секретную депешу с выводами имперской комиссии по расследованию крестьянских волнений на Подолии и Волыни. Выводы были обнадеживающие. Не было обнаружено ни польского следа, ни вообще какой бы то ни было политической подоплеки, и движение под предводительством Устима Кармелюка было признано чисто уголовным. Впрочем, это становится ясно даже из народных песен. «Зібрав собі славних хлопців, що ж кому до того? Засідаєм при дорозі, ждать подорожнього». Вопреки мифам традиционной истории, легендарные народные мстители грабили не только богачей. Безысходное рабское существование вылилось в слепую озлобленность на весь мир, которая уже не была подвластна ни социальным, ни религиозным, ни тем более национальным лозунгам. Сказывались два столетия пребывания в тисках ордынской психологии. «Когда 2 или 3% населения шляхта, и даже король не может у тебя это отнять, это формирует психологию населения в целом. Рано или поздно народные массы скажут: мы тоже этого хотим. Когда во главе общества стоят люди, готовые рубить головы, народные массы тоже скажут: мы этого хотим. Но хотят-то они, получается, разного. Вот и получается, что плохо ли, хорошо ли польский вариант все-таки формирует европейский тип развития, европейскую волю народных масс. А московский вариант формирует нечто другое. Он формирует по китайскому образцу идею крестьянской войны, когда уже мы будем рубить головы варварам». Знаменитый Киевский императорский университет Святого Владимира был учрежден в 1833 году на базе закрытого после польского восстания Кременецкого лицея. Это был своеобразный подарок украинской элите за лояльность в польском вопросе. Одной из главных задач, ставившихся перед университетом, была борьба со злонамеренным вольнодумством, коим может проникнуть в Малороссию. Но уже через 10 лет именно здесь молодой профессор истории Николай Костомаров становится вдохновителем и теоретиком тайного общества, которое войдет в историю как Кирилло-Мефодиевское братство. Костомаров стал автором одной из самых красивых утопий 19 века – «Союза славянских народов». Все славянские государства должны были объединиться в единую федерацию, как равные с равными. Новая держава упраздняла все виды рабства и сословных привилегий, провозглашались свобода совести, мысли и слова. По существу, было задумано идеальное государство, которое разрешило бы извечный спор Востока и Запада, органично объединив два различных пути цивилизационного развития. Казалось, император Николай I, по чьему личному указу и был учрежден университет, жестоко ошибся, даровав малороссам альма-матер, способную рождать такие идеи. Начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютант Орлов
вот уже несколько часов не мог закончить доклад о следствии по делу Кирилла Мефодиевского братства. «Общество, бесспорно, имеет устройство злоумышленного», — думал шеф жандармов. «Но ведь объединить славянские народы заговорщики полагают под скипетром российского императора». Орлов еще раз перечитал написанное и закончил доклад циничным, но весьма проницательным пассажем. «Украинославянское общество Кирилла и Мефодия не более как ученый бред молодых людей. Учредители его, конечно, не в состоянии ни вовлечь в свое общество народ, ни сделаться скорою причиной восстания. К счастью, собственно, политическое зло еще не созрело». Орлов не ошибся. Более того, идеи Кирилла Мефодиевцев станут для украинцев своеобразной прививкой от польского вируса национальной революции, и болезнь будет протекать в менее опасной для российской монархии форме. Образ автономной Украины в справедливой и просвещенной империи европейского типа еще долго будет владеть умами национальной элиты. В начале 1863 года казематы Киевской крепости были спешно переоборудованы под тюремные камеры и заполнены узниками. Каждую ночь у стен косого капонира казнили участников очередного антироссийского восстания в Королевстве Польском, уже третьего за последние 70 лет. И в третий раз Украина стояла перед дилеммой, сформулированной еще Александром Пушкиным: «Кичливый лях или верный рос». Детонатором восстания стал расстрел манифестантов в Варшаве в феврале 1861 года. Это была искра, которая, как говорили поляки, зажгла огонь последней решительной битвы европейской цивилизации с диким варварством Азии. Участник тех событий, польский историк и писатель украинского происхождения Франтишек Равіта Гавронський, писал: «Мы звали малороссов бороться, думая найти среди них людей благоразумных, понимающих, что Западную Русь в объятиях с Россией ждет неизбежная погибель. Для умов беспристрастных и предусмотрительных союз с поляками должен был представляться единственным якорем спасения Украины, единственным способом занять в Европе политическое положение». Но единственным отзвуком этих событий в украинской истории останется только стихотворение «Щене вмерла Україна», будущий национальный, а затем и государственный гимн. Он был написан под впечатлением первой строфы знаменитого марша «Еще Польска не згинела», который пела восставшая Польша. В остальном же обращение поляков было воспринято весьма прохладно. К тому времени в среде украинской элиты даже мысли не возникало о создании собственного независимого государства. Спорили только о степени суверенитета в составе Российской империи. Впрочем, для себя украинские либералы придумали более изящное оправдание. «Ваше дело должно иметь для вас фатальный результат. Наилучшие среди вас погибнут, или будут засланы, или переедут на Запад. Останется наихудший элемент, который уже не сможет оказывать сопротивление». И так się często mówi o Polakach, że są buntownikami z wyboru czy też z natury. Z czego to się brało? О поляках говорят, что они бунтари по характеру, по натуре. Откуда это? Почему борьба за независимость продолжалась постоянно и беспрерывно? Потому что была преемственность элит, а главное – их связь с народом. Каждое последующее поколение поддерживала в народе знания и намерения предыдущего. Даже в страшных поражениях не умирала мысль о своей державе, свободе и суверенитете. Иными словами, возникла и с каждым поколением крепла народная элита. Элиты народовые, вольностьовые, которые были... Именно народная элита и была способна возглавить нацию, выдвинуть понятные лозунги и поднять на борьбу. Последнее из трех польских восстаний закончилось так же трагически, как и первые два.
Историки иногда называют их периодическими попытками самоубийства. На первый взгляд, все логично и рационально. Но есть одно «но». Именно такие безумные вспышки становятся важнейшими этапами осознания народом своей идентичности и национального достоинства. Не потому ли через 50 лет в кровавом водовороте Первой мировой войны поляки, в отличие от украинцев, сумеют создать свою независимую державу? Как бы то ни было, но пока и тем, и другим еще полвека предстояло быть частью огромного геополитического пространства, которое европейские дипломаты в приватных беседах будут презрительно именовать окраиной цивилизации. В середине 19 века западная окраина Австро-Венгерской империи именовалась Королевством Галиции и Лодомерии. Этот осколок Речи Посполитой, который при ее развале отошел к Австрии, всегда осознавал себя частью Украины. Губернатор королевства граф Агенор Галуховский писал: «Вследствие национального развития пробивается стремление Галиции к объединению с родственным народом, живущим под скипетром российским, с целью создания единого государственного организма». Галуховский был проницательным человеком и точно спрогнозировал события ближайших десятилетий. В 1848 году в Европу всколыхнула очередная революционная буря. Не обошла она ни Австрийскую империю, ни находившуюся под ее короной Западную Украину. 15 марта провозглашается Конституция и окончательно упраздняется крепостничество. Галицийские крестьяне получают не только свободу, но и гражданские права. Они могут свободно менять место жительства, избирать и быть избранными, в то время как их восточные соплеменники продолжали жить по знаменитому своду законов императора Николая I. Перекрепление крепостных людей от одного владельца к другому совершается на основании общих правил о переходе частной собственности. Правда, император проявил к подданным и некий гуманизм, запретив продавать крепостных с разделением семей. Так что в розницу этим движимым имуществом торговать было нельзя, и сделки совершались только оптом. В остальном же владелец был вправе делать со своей частной собственностью все, что угодно. Весной 1848 года в столице Галиции Львове создается главная русская рада. При ее поддержке в австрийский парламент избирается несколько украинских депутатов. Они требуют назначения на местные правительственные должности только чиновников, которые владеют украинским языком, и введения украинского языка в школах. Тогда же священник Василий Подолинский пишет трактат «Слово предостережения». Время не сохранило его портрет, а вот слова останутся в истории навсегда. «Мы верим в воскрешение независимой Руси. Хотим быть свободным народом и будем им непременно. Ничто не сможет сдержать нас от стремлений общих для всей Европы». Волей судеб происходило это тогда, когда в имперской Малороссии шло активное искоренение европейской заразы. В городах упразднялись остатки магдебургского права, ужесточалась цензура, закрывались школы. Венцом этой бурной деятельности стал циркуляр министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева. «Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, а наречие, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши». Следом издаются указы о запрете украинских издательств, ввоза украинских книг из-за рубежа, запрете украинских спектаклей, запрете преподавания на украинском языке даже в начальных школах. Львовский профессор Эмилян Агановский писал: «Украинское слово замолкло в Южной России и пользуется мирным приютом только в монархии Австро-Венгерской, где Конституция дает отдельным народностям свободу оберегать исконные народные права». К концу 19 века Галицию стали называть украинским Пьемонтом, уподобляя ее роль той, которую Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. Во Львов все чаще приезжают литераторы и ученые Восточной Украины. Учреждается научное общество имени Тараса Шевченко. При отсутствии собственной государственности оно фактически играло роль Академии наук Украины. Начинает работу организация «Просвита». В отличие от всевозможных аматорских кружков в имперской Малороссии, она имеет четкую структуру, устав и программу деятельности. Украинская фольклорная революция Востока постепенно соединяется с украинским политическим опытом Запада. До рождения новой европейской политической нации оставался один шаг. Но шаг этот Украине суждено будет сделать на очередной сложной развилке своего исторического пути. Thank you.
Летом 1843 года в одном из домов на Житомирской улице в Киеве встретились два очень похожих и в то же время совершенно разных человека. На несколько ближайших десятилетий им суждено будет стать поводырями рождающейся украинской нации, и от того, чей путь она изберет, во многом зависела будущая судьба Украины. Сошлись, что называется, самый простецкий сечевик и зажиточный городской казак. Ощущение глубокой связи с народом у обоих было одинаково сильным. Однако Тарас Шевченко был человеком с горячей кровью, тогда как Пантелеймон Кулиш искал равновесие сердца и разума. Сегодня Святое Писание Украины состоит из двух книг – «Кобзаря Шевченко» и «Библии» в переводе Кулиша, даровавшей народу возможность общаться с Богом на родном языке. «Культура творит, а революция уничтожает», – любил повторять Кулиш. Он свято верил, что для самосознания нации просвещение значит многим больше, чем бунт, а книга гораздо весомее топора. Опасность таких взглядов осознали даже в Советской империи. Недаром произведения Кулиша были изъяты из библиотек и запрещены. В то время как поэзии Шевченко издавались огромными тиражами, а самому поэту был даже придуман новый литературный статус – революционный демократ. Давайте начнем с того, что само определение революционер-демократ или революционный демократ абсолютно абсурдно. Это летающий топор. Или демократ, или революционер. Или ты демократ, то есть хочешь, чтобы народ решал сам свою судьбу и веришь в народ. Или ты хочешь силой захватить власть и силой внедрить свою замечательную идею в народную массу. Ну, извините, или одно, или другое. Любой художник мыслит исключительно категориями мироощущения, а не мировоззрения. В поэзии бессмысленно искать идеологию. Тарас Шевченко не был ни демократом, ни революционером. Национальное возрождение он подсознательно воспринимал как стихийный социальный бунт. И как бывший крепостной, пылал страстной ненавистью ко всему тому, что поломало его жизнь. Возможно, впервые на собственной его императорского величества даче Александрия звучала украинская речь. Шеф жандармов Орлов читал Николаю I отрывки, исходившие по рукам рукописи Тараса Шевченко «Сон». Император смеялся, снисходительно называл Шевченко несмышленышем, но вдруг осекся. «Виступає обок його цариця небога, мово пеньок засушений, тонка довгонога, та ще на лихо сердешне хита головою. Так оце то та богиня лишенько з тобою». Николай недоуменно и растерянно смотрел на рукопись в руках генерала. «Положим, он имел причины ненавидеть меня, но ее-то за что?» В этом, казалось бы, незначительном эпизоде проявилась вся двойственность Шевченко. В нем постоянно боролись гармония и бунт. У императрицы Марии Федоровны, благодаря которой поэт был выкуплен из крепостничества, действительно иногда непроизвольно дергалась голова. Это было результатом нервного потрясения, когда она вместе с детьми чуть не погибла во время восстания декабристов. Шевченко об этом знал. Но бунтарь победил и поэта, и человека. Европейский образованный извечный оппонент Шевченко Пантелеймон Кулиш понимал, что эмоциональное этнографическое народное начало не может полноценно существовать без начала интеллектуального. Самым страшным последствием руины казацкой революции Хмельницкого он считал потерю Украиной собственной элиты. Кулиш был убежден, что формирование новой украинской элиты наряду с просвещением народа – единственный путь становления европейской нации. Шевченко – великий поэт, но он не достиг полной гармонии между мыслью, принадлежащей современному просвещенному обществу, и вдохновением, составляющим его собственное достоинство. Тарас Шевченко был не просто поэтом. Он был поэтом от Бога. Он вырвал понятие нации из пространства и перенес его во время. Духовное единство и мертвых, и живых, и инонародженных обрекало народ на бессмертие.
Этот страстный поэтический гимн неразрывной связи времен действовал магически как на безграмотного крестьянина, так и на рафинированного интеллигента, постепенно превращая разрозненную этнографическую массу в зрелую европейскую нацию. И все же Шевченко был только поэтом. Как не тяжело признавать, но именно под мощным чарующим воздействием его творчества идеалом будущей нации становилась безграничная воля. Разбудить херенную волю можно было только топором. Шевченко был последним пророком гайдаматской пропаганды. Путь казачьины и гайдаматщины – это путь в никуда. Надеюсь, как-нибудь обойдется. Куліш помилився, не обійшлося. Через декілька десятиліть Україна відкине просвітницький шлях книги і піде кривавою дорогою сокири. Європейські соціальні бурі втягнуть її у чергову братовбивчу усобицю, а традиційне азійське варварство, не сформованого у націю народу, надасть їй бійні особливої жорстокості. Нація народжується ось тільки зараз і творити її нашому поколінню. А тоді трагедія полягала в тому, що української нації ще не було, а українська національна революція вже почалася. Весной 1873 года в многочисленных кофейнях старинного Львова шли оживленные споры. Дискуссию вызвала социалистическая теория марксистов. Украинская интеллигенция познакомилась с ней благодаря вышедшему в Женеве русскому переводу знаменитого «Манифеста коммунистической партии». Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. В самом конце 19-го столетия он впервые ступил и на земли Украины. Тогда мало кто осознавал, что безопасный для цивилизованной Европы вирус может стать смертельным для Ордынской империи. Большинство украинских либеральных демократов считали новую социальную теорию прогрессивным интеллектуальным прорывом и очередным весомым доказательством того, что Украина должна избрать европейский путь развития. Украинское движение не имело иной цели, кроме возврата украинской нации в семью культурных европейских народов, куда она входила вплоть до 17 века, пока Российская империя не соорудила труднопреодолимую границу между большинством украинцев и Западной Европой. Михаил Драгоманов искренне верил, что Украина вернется именно в социалистическую Европу. Интересно, что этого же опасался и один из его главных оппонентов, действительный тайный советник Михаил Юзефович. «Мы должны смотреть на себя, как на особую часть света. Во всех европейских концертах мы вынуждены бываем прилаживаться к чужой гармонии и нередко урезать из своей партии самые существенные ноты. Поэтому нам необходимо выйти из пресловутого европейского концерта и не принимать в нем никакого участия». Убежденный консерватор и апологет самодержавия Михаил Юзефович в то же время готов был поддерживать любые этнографические начинания украинских либералов, лишь бы они не получали политическую окраску. В июле 1888 года в Киеве на Софиевской площади торжественно открыли памятник Богдану Хмельницкому. Под конной статуей гетмана была выбита надпись «От единой и неделимой России». Ее автором и председателем комиссии по устройству памятника был Юзефович. Он же придумал и главный лозунг торжества – «Любить как Родину, так и Отечество», где под Родиной подразумевалась Малороссия, а под Отечеством – Российская империя. Тайный советник хорошо понимал, чем грозят самодержавию попытки малороссов обрести отечественные ценности в Европе. Европейская демагогия украинского сепаратизма есть не что иное, как попытка, которой маскируется чистейший социализм. Рано или поздно всякий национализм, еще раз напомню, в позитивном смысле этого слова, не в ругательном, он рано или поздно начинает оформляться политически. То есть идея «мы такие-то, и мы от вас отличаемся». Но если отличаемся, мы имеем право и на свою государственность. Или уж по крайней мере на свою автономию.
если не на политическую автономию, хотя бы на самоуправление, на культурно-историческую автономию, хотя бы на печать на своем языке. Образование пусть не вышло, хотя бы среднее дайте на своем языке. И такие требования в 19 веке начинают постепенно оформляться на Украине. И вот здесь, как часто бывает, политика побежала впереди культуры и истории. Последователи украинского либерально-кабинетного социализма были менее образованы, зато гораздо радикальнее. Одна за другой рождаются украинские политические партии. Украинская социал-демократическая партия, партия социал-федералистов, партия социал-самостийников, украинская партия социал-революционеров. Их всех будет роднить фанатичная вера в революционное преобразование мира, а знаменитую поэтическую строку Шевченко «Свои хати, свои правда и сила и воля» они с легкостью превратят в политический лозунг. Национально-политическое мировоззрение поэта можно уложить в простую схему. Что нужно для Украины? Своя хата. Кто виноват в том, что ее нет? Изменники и отступники. Что нужно делать? Освобождаться из ярма. Какими способами? Вооруженное восстание, ненависть к врагу. Нужно уметь жертвовать всем. Собою, душою, Богом, людьми. Вообще всем. Этими страшными словами заканчивался 19 век и начинался век 20. Столетиями взлелеянная ордынская психология необразованного народа в несколько лет переплавила социалистическую утопию в радикальную разбойничью вольницу. Призрак торжественно шагал по стране. Европа ужаснется и навсегда откажется от рожденного в ее интеллектуальной утробе дитяти, а Украина уже в составе новой Красной империи будет постоянно карать отступников, лелеять ненависть к врагам и жертвовать собой, душой, Богом, людьми, всем. И все же в каждом столетии есть несколько часов, минут или даже секунд, в которые прошлое неожиданно встречается с будущим, концентрируя в эти мгновения надежды и чаяния сотен ушедших, настоящих и грядущих поколений. Это мгновение, когда мы вырываемся из жестких объятий, сотворившей нас истории, и начинаем творить ее сами. Штабной вагон стоял в тупике железнодорожной станции небольшого украинского городка Коростень. Стоял уже несколько дней, потому что дальше двигаться уже было некуда. Где-то далеко за городом глухо гремела канонада. Несколько сотен сохранивших верность правительству сечевых стрельцов отбивали беспрерывные атаки красногвардейских отрядов. В этот вечер вся территория независимой Украины ограничивалась только этим насквозь промерзшим, забытым Богом разъездом. Заседание правительства продолжалось уже несколько часов. Сидели при свечах, кутаясь в одеяло. Секретарь обогрел дыханием пальцы и опустил перо в чернильницу. Все молча смотрели, как на листе бумаги, под облаком папиросного дыма, медленно появляются слова. Гербом Украинской Народной Республики принимается знак Киевской Руси времен Владимира Святого 12 февраля 1918 года. Порыв морозного ветра неожиданно ударил в ночные окна. Вагон слегка качнуло, и, казалось, он начал движение, продолжая вечный путь из прошлого в будущее.